Всем привет, мои друзья! Сегодня мы с друзьями, с Олегом, с Асей едем за рыжиками. Прошли дожди у нас ночью с грозою, сильные. Дорогу развезло, едем вот на джипе. Такая дорога. Вот сосенки, где мы будем собирать. Мы проедем подальше. Смотрите, какая красота. Смотрите, друзья мои, какая красота. Полюбуйтесь нашей природой. Ну вот, друзья мои, подъехали мы в такое место. Сейчас пойдем собирать рыжики. Оставайтесь с нами. Идем. Вот, друзья мои, рыжики пошли. Много же попадалось рыжиков. Но они плохие. Посмотрим это тут. Ну, это тоже такое же, видите. После дождей они не кондиция. Но будем искать. Вот Ася ходит, собирает. Помаши ручкой YouTube. О, хорошо. Вот так вот и ходим. Друг друга из виду не теряем, чтобы не потеряться здесь. А, Ася нашла, собирает. Хорошо. Опа, вот Ася нашла гриб. Глондел большой. Ну-ка, покажи-ка еще. Отличный. Ну, молодец. И я вот... рядом с этим вот нашел вот такой грибок. Вот чистенький. Хороший. Ну где? Вот они здесь. Ну-ка. Ну здесь вот. Ну-ка. Чуть-чуть вот. Ну пойдет такой, ага. Ну ладненько. Это уже радует. Процесс пошел. Вот какую стайку нашел. 4 штуки. 5-й вот гнилой. Вот здесь вот 6-й. Ну, посмотрим их сейчас. Сейчас. Ну, в общем-то, неплохо. 2 на 2. 2 вот хорошеньких. 2 не очень. Но эти даже я не рассматриваю. Идем дальше. Вот, друзья мои, смотрите. В какой траве они растут. Вот. Прям-таки замаскировались напрочь. Вот и что. Видно. А вот эти вот я уже срезал. Порадовали. 3 штуки хороших. Большой вот плохой. Ну, идем дальше. Будем собирать. Смотрите, какие цветочки. Красивые. Цветочки. Что получается у тебя? О. Получается собирать? Да так. Красивые цветочки. Вот так мы гуляем. О, все, насобирала. Грибов у нас. Масляка собирала, конечно. И рыжиков насобирала. Кого? И рыжиков уже насобирала. Ну да. Ну, идем дальше, собираем грибочки. Куда? В какую сторону? А вот сейчас туда пойдем, как я говорил. Да. Вот какой красавчик. Попался. Сейчас мы его посмотрим. Но думаю, что будет хороший.
Опа. И? Ну, конечно. Супер. Берем. Вот такой вот замаскировался среди листьев. Посмотрите. Такая красота у нас. И вот такой грибочек. Ну, ходим, собираем, попадаются. Но не листья, но все-таки тихая охота продолжается. Грибы грибами. Но про красоту тоже нельзя забывать. Посмотрите, какая травка. Вот она похожа на мяту. Но я попробовал. Ну, вкус похож, но не особо. Не она все-таки. Но зато красивые цветочки. Любуемся. И вот еще. Такие красавчики висят. Ну, красиво. Эх. Вот чудесный цветочек. Сфокусировалась. Вот, друзья мои, снимаю вот такие грибочки. Не знаю, как они называются, но пусть они растут. Вот такие симпатичненькие. Ну, я такие не рву. Похоже, вроде на опята. Но луговые. Ну, не должно быть такой. Там вроде ободочек даже есть. Ну, ладненько. А вот рыжик. Смотрите. В траве замаскировался. Видно? Вот чуть видно. Вот он. Вот он. Вот он, красавчик. И вот тут вот еще один. Вот он. Ползу вот на коленках, чтобы вам показать. Вот смотрите. Вот еще два. Один он потревожился. Ну, посмотрим, какие они. Будем брать, если хорошие. Ну вот, друзья мои, пособирали мы рыжики. Вот мои друзья сортируют. Сейчас будем возвращаться домой. Еще заедем в некоторые места. Оставайтесь с нами. Покажем вам. Ох, Олег, привет Ютубу. Ася, привет Ютубу. Посмотрите, какого красавчика нашел. Прям вообще шикарненький. Солнышко от него. Вот. О, какой. Посмотрим, сейчас что подрежем. Ну, вроде неплохой. Эх, какие грибочки. Рыжики. Вот, а. Народу в лесу много. Все собирают грибы. Сезон рыжиков. Посмотрите, какие. Идеальные. Берем. Такие грибочки нам нужны. Ну вот, друзья мои, походили мы, собрали мы грибочки, едем мы домой. Смотрите на нашу красоту еще раз, полюбуйтесь. Всем пока, всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока. Всем удачи. Берегите себя.